Еще раз добрый день, дорогие друзья, господа, товарищи, кто как воспринимает. Значит, меня зовут Настасья Ирина, я в компании с ноября 2017 года. И вы знаете, вот неустанно благодарю Бога за то, что вот он привел меня в эту компанию, благословенная на самом деле компания, которая дает людям, несет здоровье и финансовую независимость. Ну, если кто хочет в этом разбираться, тот разберется и будет здесь навсегда. Я пришла на продукт и стала продуктом своего продукта. У меня как бы вот такая карточка была. Вот была. Сейчас я посещаю поликлинику только для того, чтобы взять направление, для того, чтобы сходить на обследование и подтвердить, исключить один, второй, третий диагноз. Я уже неустанно говорю, тут буду говорить об этом, просто кричать хочется, когда получаешь результаты, делиться об этом. И когда кто-то вот на тебя смотрит и говорит, да ну, ну да, ну возьми, вот у меня все подтверждение есть, вот, как бы все документально подтверждено. Значит, была крапивница, нету. Кисты, киста перикарда, нету. Кисты, кистозная перестройка костной ткани тазобедренного сустава. Кисты рассосались на 35-40%, пока встали, но идет какой-то процесс в организме. Вы знаете, идет с обострением, несмотря на то, что я уже почти полгода пью этот продукт, я чувствую вот эти улучшения. Улучшение и обострение, опять обострение, улучшение. А последнее время, ну я как бы еще думала, делиться этим результатом или нет, но как-то, наверное, ну не совсем как-то красиво говорить такие диагнозы, да. Ну, думаю, раз у нас есть партнеры, которые делятся, что прошел геморрой, там, да, не болит голова теперь, все такое. У меня, я уже говорила о том, что у меня были непонятные состояния, и врачи не ставили никакой диагноз. Читал какой-то непонятный зуд вот этот в голове, и чихание по 20-30 раз. Знаете, вот как вот человеческая фантазия может мне вот, нарисовать, как вот дилетанту, не врачу, что как будто у меня какие-то микробы в голове бегали. И вот что-то там вот грызло вот это все. Вот. Здесь уже вот начинаешь чесаться, вот просто вот это вообще невыносимо. Это было приступообразно. То все хорошо, вот я вот сейчас вот себя нормально. А вот вчера, допустим, вот так вот вся чесалась, да? И горло начинает так болеть, как будто бы у меня фолликулярная ангина, как будто бы вот я все, я грипую. Головные боли страшные, я пила эти обезболивающие. Ну, это происходит, потом проходит, опять начинается. И буквально вот неделю назад у меня пошла вот эта чистка. То есть у меня не было гайморита, но... то есть я не сказала, что у меня, извините меня, вот... подробности, когда человек заболевает, в общем, текут сопли, да, вот так скажем, болит горло, текут сопли, кашель. У меня не было этого. У меня, ну, как бы кашель был, да, соплей не было. Сейчас, вот, видимо, там где-то что-то забетонировалось, вот это было уже на протяжении 20 лет. И вот сейчас у меня, скажем так, пошел гной. Ну, стал бы ходить вот это вот за полтора года применения. Голова сразу перестала болеть. То есть, видимо, здесь вот эта вот инфекция, вот эти микробы, там все это в голове, это все ворошилось, и вот это стреляло, кипело, бурлило там, это было нечто. Слава Богу, что, я говорю, я не перестаю благодарить Бога, что Он меня привел в эту компанию. Я знаю, что компания несет людям вот добро. То, что у нас сейчас в июле, то, что вчера Дарья Шахар сказал по поводу крема, вот так вот, у нас было уже 2 часа ночи, такой драйв, такой энерджайзер. Хотелось бежать к соседям об этом, ну, всем рассказывать, вы знаете, но во всяком случае я рассказываю свою реакцию. В 7 раз лучше, чем по эффективности, чем наши лев. Как может быть лучше лева, я вообще не понимаю, да? Но здесь я могу, значит, теперь здесь там помазать, и у меня все пройдет от головы до пятки, да? Ну, супер. Ребят, если кто-то сомневается, пока не попробуешь, в этом не убедишься, не поверишь. Ну, так что я всем рекомендую наш продукт, нашу компанию, наш маркетинг-план, который вот нам сейчас расскажет. Все вкусно.